Друзья, всем привет! С наступающим Новым годом! У нас новогодний выпуск, а именно танцы. И сегодня я вас научу, как делать волну руками. В этом нет ничего сложного, достаточно потратить определенное количество времени и стараться делать все регулярно и дисциплинированно. По всем упражнениям я вас проведу в этом выпуске. Старайтесь придерживаться этой схемы, и все у вас получится. В целом, в волне нет ничего сложного. Она состоит из 7 основных точек и 11 концентрированных. Также волны бывают широкоамплитудные, среднеамплитудные и концентрированные. Ваша задача в первую очередь научиться концентрированной волне. Волна – это последовательное сгибание сегментов. Ну что ж, приступим к занятиям. Поехали! I am sat here thinking of you once again. The songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end, I know that we will be just fine, just fine. What I found in you, I know it's hard to find.
друзья, ну что же, давайте подведем итоги нашего занятия. Вот здесь вот структурированно показан комплекс упражнений, который необходимо выполнять вам ежедневно, а лучше два раза в день. Займет это 15-20 минут, но зато результат не заставит себя ждать. Месяц-полтора, и вы уже увидите и почувствуете, как вы серьезно в этом преуспели. Я буду очень вам благодарен за лайк, подписку, а также комментарии. Оставляйте в комментариях, возможно, ваши методики развития пластики, а также то, что вы хотели бы увидеть на канале. Может быть, вы хотите изучить какой-то танцевальный элемент, и тогда я вас увижу, услышу и обязательно сделаю об этом выпуск. С Новым годом и до новых встреч!